Привет, господа пчеловоды. Я вот вам обещал показать, как обстоят в этом году дела. И вот эта матка, которая вот пришла 8 марта, да, она вчера начала сеять. И вот я написал, начала сеять 15 мая. Вот в этом году есть такие нюансы. Пчела, значит, итальянка, желтая. Но она не просто итальянка, она очень желтая. Я думаю, это смесь с букфастом. У нас букфаст вот такого цвета, как вот этот одуванчик. Вот такого цвета букфаст. Поэтому это не чистая итальянка, а смешанная с букфастом. И вот она желтая. А так, по маткам. Эти матки я буду смотреть на следующей неделе. А там на других тачках матки уже начали тоже сеять. Но они сегодняшние, поэтому им намного легче. И я вам рассказывал, что вот эти матки, они попали под раздачу непогоды. Поэтому не все так просто бывает. Иногда бывает очень просто, а иногда непросто. Поэтому по поводу вот этой семьи, я ее тоже объединил. И сейчас это та маточка, которая отзимовала на втором этаже всю зиму. Вот она отзимовала и прекрасно себя чувствует. Сейчас началось хорошее развитие. Я потом вам покажу развитие всей семьи. Но в любом случае эта семья получила свою матку. Все они работают. Кстати, вот я забыл закрыть литок. Отсюда вот пчелы тоже летят. Так что все закрыто. Так что ролик короткий по поводу того, что 8 апреля вышла матка, осталось сеять 15 мая. Вот такие нюансы тоже бывают. Так что смотрим дальше. Потом покажу вот эту семью. Это та матка, которая ушла из фаворитов, из 17 номера. Ушла сюда. Но я отсюда всех маток уже тоже убрал. Она одна развивается. Я даю ей свободу развития. Это то, что я вам рассказывал и показывал, поэтому на этом заостряться не буду. А так вот, 15-го... Что-то я марта-то написал, блин. Вот я балвес. 8 апреля. Апрель. Марта зачеркнуть. 8 апреля она вышла, это я извиняюсь. Вот так вот и бывает, такое тоже бывает. Но факт то, что вчера начала сеять. Я по разосеву вижу, вчера начала сеять. Так что всем пока-пока, привет.